В Ярославле проверили ремонт детских спортивных учреждений. Подготовка к новому сезону началась сразу после окончания учебного года. Работы на всех объектах планируют завершить к 1 сентября. Мои коллеги сегодня вместе с проверяющими отправили спортивно-оздоровительный комплекс на Панино. Здесь заканчивается ремонт входной группы. Здание построено в 2003-м. Два десятилетия эксплуатации сказываются на состоянии строения. Его приходится постоянно ремонтировать. Да и материалы 20 лет назад были иного качества. В нынешнем сезоне починили крышу и примыкание, поскольку были протечки. Сейчас герметичность восстановлена. Не забыли и про главное – безопасность детей. Мы сделали специальное место, оно называется контрольно-пропускной пункт для охраны. Это требование антитеррористической защищенности. На двери будет установлена система контроля доступа, то есть приводим его в соответствие, чтобы ни один террорист к нам не прошел. Еще одно значительное дело – медицинский кабинет. По нормам Санпина в спортивном сооружении он обязателен. Чтобы получить лицензию, его нужно оснастить необходимым оборудованием, а это приблизительно 650 тысяч рублей. В летний сезон на спортивных объектах отрасли физического культуры и спорта города Ярославля практически во всех проводился хоть какой-то доремонт. Где-то была произведена также и замена кровли, ремонт большой, где-то был произведен косметический ремонт, где-то заменены душевые. В помещениях, где тренируются дети муниципальных спортивных школ, один из залов занят оборудованием для тяжелой атлетики. Самым просторным занимаются гимнастки из 8-й школы Олимпийского резерва. Сильные пальцы, три, никто не трясется, четыре. Отпустили ручку, пять, держим ногу, потолок, шесть. Несмотря на каникулы, спортсменки упорно оттачивают движение, готовятся к первенству города по художественной гимнастике. Нам в этом зале заниматься нравится. Единственное, что хотелось бы, чтобы побольше было времени здесь у нас, чтобы мы могли заниматься, как можно больше времени проводить здесь. Вот. А так нам все здесь нравится. Зал хороший, места много, хорошие ковры. Спортивно-оздоровительный комплекс популярен и востребован. Текущие ремонты поддерживают его в хорошем состоянии. На Панино формируется целый городок. Рядом ледовый корт «Чемпион», неподалеку строится центр спортивных единоборств. Марина Смарагдова, Василий Мосин, главные телевизионные новости.